Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Константин и компания «Стройгарант Анапа». Сегодня мы находимся с вами на адресе Комсомольская, улица 183, возле этого 86-го проекта, который был нами построен. И хочу сегодня зайти, в нем уже есть у нас жильцы, которые переехали к нам с Хакасии, Вячеслав и Светлана. Пойдемте познакомимся, поздороваемся и узнаем, каков был их переезд. Вот видно, что уже дом приобрел хозяина, хозяйку. Уже все посажено. Молодцы. Здравствуйте. Константин. Компания «Стройгарант Анапа», да, вот пришли поздравить вас. Очень рад. В первую очередь вручить такой тортик, чтобы ваша жизнь здесь была сладкой, вкусной, приятной. Да. Спасибо. От нашей компании вручаем вам вот такой сертификат на приобретение жилья или каких-то доп.услуги у нас еще. И памятка полезная для всех каких-то, может быть, случаев. Телефоны здесь есть для того, чтобы что-то, если надо, могли обратиться к ней, позвонить. Спасибо большое. Хотим кофе? Ну, не откажемся, если предлагаете. Пойдемте. Вячеслав, хочу, чтобы маленько, может быть, поделились о себе, рассказали, почему сподвигло вас переехать, чем там занимались, откуда сами, как все произошло, если, ну, не трудно вот так вот для наших зрителей. Не трудно, конечно, что трудно. Вот, жили мы в республике Хакасия. Работал я металлургом на алюминиевом заводе. Ну, как бы время к пенсии подошло, вышел на пенсию. И что, подумали, надо поехать в теплые края. Ну, мы как бы давно собирались уже по выходу на пенсию, чтобы уехать туда, где тепло. Рассматривали, как бы, сначала мы думали в Крым поехать. Ну, это там лет 8, может, назад. Ну, а потом вот эта обстановка такая, что с Крымом непонятная. Вот. И думаем, да нет, наверное, лучше материковая Россия где-нибудь, где тепло. Поехали. Сначала мы в Горячий Ключ переехать. Ну, там нормально, и там нормально. Ну, до моря далековато, все равно 50 километров, как бы. Вот, и по трассе, по Дону, она все время там движение такое загруженное вообще, серьезно. Вот. И что, давай смотреть интернет, YouTube каналы все, ну куда еще можно. Ну, смотрели, раз Гастагаевска. Ну, вроде так ничего. Вот, и ваш канал смотрели, и других блогеров. Вот. Ну, давай съездим, посмотрим. Давай. Вот мы в прошлом году приехали, как бы, посмотрели. Нормально, понравилась станица, хорошо. Вот. И решили построить. Обратились, ну, как бы мы проехали со всеми застройщиками, которые здесь есть. Посмотрели участки, посмотрели дома. И... ну, нам понравился больше этот участок. Вот, как бы здесь получается окраина станицы, тишина. Напротив уже соседей нет, там виноградники, вот вроде как осенью собираются садить. Вот, тихо, хорошо, спокойно. Ну, и как бы по цене мы дом нашли, опять же, в интернете все проект. Смотрели, какой нам нужен дом двухэтажный, не хотели, все равно дело как бы к старости идет, по этажам потом ходить, оно не захочется. Вот. Нашли одноэтажный проект, чтобы был простор, вот кухню-гостиную сделали большую, потому что, ну, как бы я думаю, что время провождения в основном проходит в гостиной и на кухне. Спальня они как, вечером только зашел, поспал и все. Ну вот, сделали большую кухню-гостиную и две спальни, все. Ну и опять же, вот терраса, что
лето здесь сколько? 7 месяцев получается, с апреля по октябрь. Поэтому сделали большую террасу. И как бы мы вот сейчас переехали, вот мы 2 недели назад сюда. И все время в дом заходим, только я же говорю, только спать, и все. А так все время вот на улице. То вон огород посадили, так небольшой, но за 2 недели, я говорю, уже огурцы. Ну, сегодня, наверное, начнем снимать свои огурцы. Все, помидоры цветут, ну, красота. Ну, по проекту вы прям угадали, потому что на нашем канале он такой прям просматриваемый, много отзывов о нем, много каких-то предпочтений, все многие подписчики и зрители говорят, что очень хороший, прям классный проект. Где вы его нашли или уже где-то в голове у вас был приблизительно такой именно домик? Ну, как бы мы сами себе думали, какой нам нужен примерно. Ну и давай смотреть в интернете, какие там проекты есть, где что. Вот мы на Z500, там вот это тоже у них много проектов. Там нашли. Ну, немножко, конечно, вот сейчас, когда переехали, да, сейчас смотрим, немножко можно было бы по-другому, потому что, когда вот на картинках, на проекте, это одно, а когда вот переезжаешь, уже когда сам дом видишь реально, вот здесь находишься, уже, конечно, бы что-то бы переделал бы. Ну, немного, основная вот концепция, как он есть. Так, конечно, и со стороны застройщика, вот когда вы пришли со своим проектом, индивидуальный, я могу даже сказать, проект, потому что такого не было еще у нас. Были какие-то трудности или застройщик взялся за этот проект и выполнил, в принципе, все, что вы хотели? Да нет, как бы мы с Павлом Анатольевичем сразу поговорили, сразу без проблем, вообще без всяких. Говорят, мне сказали, любой проект, который вы там себе придумаете, мы все осуществим, все сделаем. Поэтому нет, нормально все вообще. Поэтому, дорогие вот подписчики, друзья, вы можете приходить в нашу компанию со своим проектом. Мы полностью можем сделать дом под вас, для вас, и чтобы вам было уютно жить в нем. Как переезд состоялся, как вы сейчас живете? Есть ли какое-то, может, сожаление или все-таки пока все хорошо? Пока еще рано говорить, что 2 недели только живем. Ну, не знаю, пока все нравится. Жили мы в квартире, сельским хозяйством никогда не занимались, вот это лук там вырастить или что-нибудь, мы вообще далекие от этого были. Ну а тут ничего, потихоньку, как бы нормально, нравится, хорошо. Рад, что вы переехали тоже в Сибири, поэтому давайте греться. Ну да. Если что-то надо, обращайтесь к нам, всегда рады будем вам помочь. Мало ли, хотим позже также приехать к вам, уже взять, после того, как проживете, может быть, хотя бы полгода, год, что, может быть, еще что-то скажете. Ну, по дому вот ходили, ну, хороший дом. Правильно, вы говорите, большинство времени проводим здесь, да, на улице, да, где-то в делах. Я думаю, осень, зима, это вот гостиная, кухня там, а лето, конечно, терраса, только терраса и все. Понятно, поэтому спасибо за то, что выбрали нашу компанию. Благодарим, приглашайте в гости, будем приезжать. Будем приглашать, конечно. Заходите хорошо, тоже к нам, мало ли. Будем дружить. Да, ну, я как бы и захожу. Нормально, хорошая компания, хорошо строят. Поэтому следите за нашими новостями. Были мы сегодня у Вячеслава и Светланы в их индивидуальном проекте 86 серии. Поэтому всех до новых встреч. Если вам понравилось наше видео и обращение, поставьте лайк. Пишите ниже под нашим видео комментарии, мы обязательно на них ответим. С вами был Константин и компания «Стройгарант Анапа». Всем пока!